Так, всем привет. Давайте посмотрим, что в Вайкики в Москве изменилось после новогодних праздников, после Нового года. А что-то, может, скидки появились. Ну, пойдемте к девочкам. Такие вот жилетки. Такие вот черные. Прям балуневая-балуневая. Только я на нее что-то цену не вижу. Такая шубка опять искусственная. Она уже коротенькая. Очень приятная. 7000. То кофточки. Вот здесь очень хорошо. Здесь так прохладненько. Футболочки. Такая футболка. 1000 рублей. Там кофта. Две 800. Кофта. И штаны такие же есть, тоже утепленные. Все с начёсом. 2200. Чем костюм почти 5000 будет стоить. Там вот такая кофточка. Написано футболка. 2200. Все по 2000, что ли. А вот тоже такая же куртяжка висит. Меховая. 7000, да. Смотрите, какая кофточка выбитая. Джемпер. Тут написано 1390. Здесь написано 2990. Кому верить? Ой, как она на ощупь приятная, ребята. Вообще. 3000. Что тут еще есть хорошего? Перчаточки. Какие-то кожаные тоже куртки. Это, наверное, мужские, что ли. Такие они какие-то большие очень. Вот. Такая. 2800 стоит. Там перчаточки, шапочки. 1000. В этот раз кардиган тоже в Турции взяла. Вот это 799 стоит. Ну, типа такого, только он у меня длинный-длинный, в пол прям. Тоже на наши деньги, вон, меньше 1000 был. Такие курточки есть. А, это пиджачок даже. Здесь мальчики уже у нас. Давайте мальчиков поснимаем, а то я все девочек снимаю везде. 2600. Ну, какая-то, не знаю. Фигня. Шапочки на мальчиков. По 400 рублей шапочки. А вот это 800. Какая-то... А это... Не знаю вообще, что это. А это на шею. Это не шапка, это типа такой, знаете, круглый, как шарф. Потом на мальчиков курточки у нас тут есть. Кто-то содрал. Тут, значит, 3000 стоит курточка вот эта. Плохо видно, извиняюсь сразу. И такую пальтишку, кстати, ничего, мужскую. Но... Не знаю, по качеству. Если мое мнение, то не очень. Могу найти. 4500. То вот такие вот курточки коротенькие есть. Прикольные, кстати. Но у них материал какой-то, знаете, какой-то плюшевый. Там джемпера. Хотя вообще мне качество в Вайкики нравится. И вещи мне у них нравятся. Здесь тоже кофточки. Смотрите, сколько. Но это все на мальчиков. Мужские худи. Это вообще худи. Я думала, это штаны сначала. Это тоже худи. Сколько стоит? Сейчас, извиняюсь. Не очень удобно. 2200 стоит такой худи.
Получается, средняя цена на все приличная 2000. Да, вот такие вот курточки. Такая вот плюшевая штука на мальчика, не знаю, на мужчину. Фу. Я вообще такой материал не люблю. Стоит это 2600. Мои бы не одели такое, честно вам скажу. Так вообще тут очень много всего, просто. Офигеть, сколько. Ботинки. Такие ботинки. На меху тоже уже скидки везде. 2200. А изначально 4500 стоили. Вот такие вот ботиночки. Какой свитер. Еще 200. Он такой тоненький, но мягкий, очень мягкий. В общем, прикольный магазин, нравится он мне.